Красноярске выбрали 7 названий для ледовой арены универсиады на партизана Железняка. Всего горожане предложили организаторам около 5000 вариантов. Комиссия из дизайнеров, чиновников и спортсменов выбрала 5 основных и 2 дополнительных названия. Это Ю-арена, 2019, Кристалл, Яр-арена, Арена Взлет, Лидер и Харп, что в переводе с ненецкого означает «северное сияние». Голосование идет на официальной странице универсиады в социальных сетях. На 3-м месте сейчас название 2019, на 2-м – Арена Взлет. Большинство голосов за Кристалл. Голосование продлится до 10 декабря. В нем уже приняли участие более 10 тысяч человек.